Почувствовать себя рядом с великим поэтом, прогуляться с Александром Сергеевичем Пушкиным. Сделать это можно в музее-усадьбе Чернышевского. Там открылась выставка картин белорусской художницы Галины Худницкой. Она представила 26 работ на картинах художницы, живописные пейзажи поселка Михайловский. Есть и портреты поэта и его близких, редкие книги из музейного собрания. Эти экспонаты в Саратов привезли из фондов музея-заповедника Пушкина. Магия этой выставки заключается в том, что, глядя в эти удивительные по своей нежности работы, мы можем оказаться в Михайловском и представить себя в мире Пушкина, как он ходил по тем или иным дорожкам. Вот под этим деревом он сидел, по этим аллеям прогуливался вместе со своими друзьями. Помимо работ Худницкой, на выставке можно увидеть уникальные рисунки к произведению Руслана Людмила, Рифата Батаршина. Есть и личные записи Николая Гавриловича Чернышевского, тесно связанные с Александром Пушкиным. Выставка уже открыта для жителей нашего региона и будет работать до 30 сентября.